не думали. Я не думаю, что. О чем вы думали? Ну, это абстрактный вопрос. Что значит, о чем мы думали? Мне понравилась история. Мы ее сделали, сняли и все. Мы написали, да. Автор сценария на сцену. Ну, вот видите, тут попараться работает. Я не знаю, что сказать. Познакомились с девочкой Машкой или с Игорем? С главным участником. Это дипломная работа Игоря Романова, который закончил курс у Валерия Бакиевича Ахадова. И когда возникла необходимость сценария написать, сказал, что пока хорошей истории не нашел. И в этом очень много личного, потому что действительно вот в 2000 году у меня уже на тот момент было трое детей, и есть было нечего, мы собирали грибы. Лисички мы продавали, а грибы, которые мы ели сами. И девочка Валя...